Иеромонах Фотий завтра выступит в Краснодаре на встрече православной молодежи. После этого победитель телевизионного шоу «Голос» отправится в турне по России вместе с финалистами проекта. Для того, чтобы покинуть пределы обители, иеромонах получил благословение митрополита Калужского и Боровского Климента. В ближайшие два месяца Фотий выступит в 12 российских городах. А сегодня священнослужитель примет участие в концертно-театральной постановке. Спектакль по рассказам лауреатов Патриаршей литературной премии святых Кирилла и Мефодия покажут на сцене Краснодарской филармонии.